Для того, чтобы скачать One State, вам нужно будет перейти по ссылочке в описании. Первая ссылочка на вот этом ролике. Или же перейти, допустим, в Play Market, или же наоборот App Store, если же вы играете на айфонах. Выбрать One State и нажать «Установить». Ребята, все очень просто. One State установится максимально быстро. Затем вы просто нажимаете «Играть», и она у вас открывается. Первая загрузочка у вас будет немножечко долгой, потому что докачиваются необходимые файлы, загружается карта. В общем, немножечко нужно будет подождать, это порядка пары минут. Далее вам потребуется зарегистрировать аккаунт, войти через Google Play, либо же через ВКонтакте, или же через e-mail. Можно выбрать еще и, допустим, зайти через Discord. Все очень просто. Выбирайте, допустим, через ВКонтакте, думаю, у каждого есть, либо же Play Market. И после того, как вход будет успешно выполнен, нажимаете подключиться, и здесь у нас есть 4 сервера. Ребята, рекомендую играть на первом сервере, в принципе, потому что играю здесь и я. Вы можете играть и на другом любом сервере, потому что там будет поменьше игроков, а значит получше будет у вас возможность что-то интересное и прям мощное купить в плане инвестиций и быстро развиться на проекте. Мы же в свою очередь выбираем первый сервер и загружаемся. Сразу же рекомендую зайти в настройки и выбрать, допустим, самые высокие либо же ультра настройки, потому что, ребята, это позволит вам воплотить полностью все предпочтения, все, что вам требуется в игре. Так, вот это все мы, я думаю, низкого, нет, все, вот это вот мы все сохраняем. Все, ребята, вот теперь у нас просто фуловая четкость игры, графика. Вообще-то это, ребята, считай, GTA 5 у вас реально в телефоне, потому что тут карта прям Лос-Анджелеса у нас располагается, но об этом чуть позже. Прямо сейчас, ребята, мы пополним депозит по донату, и я расскажу, как это сделать вам абсолютно бесплатно. Друзья мои, есть такой тикет, вот именно этот тикет присутствует только на Android-устройствах. В случае, если у вас App Store, а вы, получается, скачали на iOS, ссылочка прямо сейчас, вторая ссылочка в описании есть, где можно вписать этот промокод. И теперь самое важное, 21 активация на халявный донат. Прямо сейчас была мною активирована при выходе данного ролика. Вот, я вписываю сюда, получается, Федоров. Мы одну активацию забираем на ролик как раз таки, ребята. Вводим, нажимаем получить и, соответственно, активируем себе донат валюту. Теперь у нас на балансе 3066 рублей. Чуть позже мы их потратим, потому что, ребята, сегодня у нас будет эксклюзивное открытие самых жирных кейсов и гарантированные тачки. Наша задача первостепенно залететь в наш бизнес. Ребята, он вам также выдастся абсолютно бесплатно любому начинающему игроку. Задача как раз таки развивать свой личный бизнес, получать пассивный доход, выполнять контракты. Далее, ребята, сразу же залетаем в магазин. Каждый день вы будете получать по 2500, получается, стейткоинов. Даже каждые 13 часов, ребята, вы будете получать стейткоины. Затем тюнинг-кейсы у нас будут бесплатные. Тюнинг-кейсы ежедневно вам также доступны. Будьте внимательны и забирайте все халявные ништячки, которые предлагает нам сама игра. Нам выпадает среднего качества турбина. Ничего страшного, мы ее чуть позже скрафтим. А также, ребята, мы забираем среднего качества еще и, получается, подвеска. Также она нам будет потом нужна. Каждые 13 часов, ребята, это у нас обновляется. Есть бесплатный кейс в самих кейсах, которые мы также используем. И получаем кэшбэк в виде 10 стейткоинов. Ну, тоже неплохо. Так, все, вроде как все уникальные предложения мы забрали. Задание, ребята, самое важное. Вот, можете почитать, будет обучение. То есть, выполняя каждое задание, вы получаете очень прикольные штуки в виде экспириенса по опыту, также деньги. Ну и самое главное, ребята, сейчас мы будем открывать уже коробочки. Так, это не то. Вернемся обратно. Так, задание. Вот эти коробочки, ребята, первая дает нам гамбургер, для того, чтобы был сыт ваш персонаж. Вторая дает нам бабки и заправочную канистру. И, в принципе, все. Так, ну что же, мы маленькими шагами подлетели к кейсам, ребята. Кейсы очень нам нужны. Потому что, во-первых, тут есть сразу же, ребята, скидка 15, 10, 20%. И самое главное, то, что эпический кейс, у нас гарантированная эпическая награда при следующем открытии, прямо сейчас будет доступно. Этот неинтересно, этот открыли, эти неинтересно, а вот эти самое то. Кстати, вот это тоже прикольненький кейсик. Но, как я и говорил, как я и обещал, мы сейчас открываем гарантированную награду, и нам может выпасть здесь, ребята, гарантированные эпические награды, вот такие вот. Давайте-ка открывать, 629 рублей. Полетели. Надеюсь, что Бугатти. Пожалуйста.
Ну и как было близко, но этот раптор мы уже доставали себе, он уже у нас имеется. Ай, как обидно. Ладно, пойдет. В любом случае переведем в деньги или оставим себе. Бугатти, вот бы ты выпал мне, было бы четко. Так, нам падает скин бедолаги, давайте-ка обменяем на опыт. Четко. Так, давайте-ка попробуем открыть вот этот кейс. Слушайте, а можно сразу 10 раз открыть его, да? А, нам не хватит, да, если... Давайте мы откроем... Сколько вообще, что по наградам здесь? Так, куча кейсов с тюнингом, да? Здесь есть супра классная. Скин не особо меня интересует. У меня много классных скинов. И хаммер, да? А здесь из классного... Давайте-ка глянем, что... А, два классных скина, а, ну тут не настолько интересно все. Ладно, давайте-ка по одному открывать. Просто можно было бы 10 открыть, и была бы еще одна награда дополнительная. Один день премиума. Неплохо. Окей, давайте-ка, ребят, теперь откроем этот кейс за 297. Будем чередовать их, да? Потому что новенький кейс, интересно, конечно, что-то отсюда достать. Так, нам падает сразу же кейс с тюнингом. Отлично, чередуем. Открываем мы этот кейс. Ребят, надеюсь, что будет не одна синяя машина. Очень бы хотелось... Бугатти, но, к сожалению, выпало... Ага, так, это-то понятно. А выпал нам пикап. Ну, ничего страшного. Так, смотрим далее. Здесь нам дропается... Так, этот дровосек мне уже падал когда-то. Так, обменять на опыт, ребята. Давайте-ка этот кейс открывать. И я думаю, что сейчас мы гарантированно еще тот откроем, я думаю, да? Самый такой жирный. 5 тюнинг-кейсов, да. Ну, как видите, тачки падают крайне редко и крайне тяжело. 629 рублей, ребята, тратим. Я надеюсь, что я сделал правильный выбор, и прямо сейчас мы достаем еще 5 кейсов тюнинга. Ну ладно, это мы чуть позже испытаем. Давайте-ка, во-первых, здесь 80, 130. Ну можно за 80 попробовать крутнуть, а ну-ка. Или подождите-ка, первый сколько, 160, второй 80, и да. Давайте за 80 крутнем, больше не показывать, подтвердить. Сейчас просто все молчим. Деньги выпали, ребята, к сожалению, выпали деньги. Ладно, легендарные задания, ну, в плане того, что можем достать вот этот вот каблук. А, прямо сейчас, ребята, собираем фрагменты. Фрагменты, на самом деле, я ни разу еще не собрал должное количество, честно признаюсь. Писали ребята в комментариях, писали ребята и во ВКонтакте о том, что мы там собрали какую-то тачку, но потратили очень много попыток, собрали все 100 фрагментов и забрали эту машину. Но, честно сказать, мне не падало. Так, опять-таки, тюнинг кейс. Это мы забираем. Так, испытать удачу, в принципе, вроде бы все, да? Сколько у нас? 2 бесплатных открытия. Окей, давайте-ка открывай, а чё нет? Почему бы и нет? И 5000 валюты. Тоже неплохо. И еще раз открываем, уже получается у нас последний. Так, пока фрагментов, ну, кот наплакал. Да, честно сказать. Ну вот 25, вот уже солидненько. Итого у нас 40 фрагментов, осталось собрать 60. И так как у нас падали кейсы с тюнингом, у нас их 10 штук. А что, по одному только открывать можно? Блин, обидно, пропустить. Что падает? О, хорошо. Так, тут у нас. Пропустить, что падает? Серая. Открыть. Пропустить, что падает? Пропустить. Пропустить. И турбина, ребята. Да. И упала коробка. Так, топ-кейс. У нас сразу вот 10 топ-кейсов будет. А ну-ка, смотрим. Синяя, зеленая и... Ай-яй-яй, серая бонусом. Все, мы все пооткрывали. Прямо сейчас, ребята, отправляем, смотрим, что за тачка мне выпала. Можно даже, кстати, ее будет качнуть. Нам выпало, ребята, вот такой вот пикапчик. К сожалению, у меня есть пикапчик получше. У меня есть рам. Поэтому я думаю, что это мы продадим. Давайте-ка реально мы его продадим. Ну и что самое интересное, качаем Porsche. Поэтому, ребята, прямо сейчас давайте-ка достанем Porsche. Вот, и, соответственно, ребята, попробуем, посмотрим, что вообще нам будет доступно в выбитых деталях. Вот, быть может, даже, кстати, на Форда повесим кучу серого ненужного, чтобы продать чуть подороже. А чё нет? Потому что каждая деталь, которая устанавливается на Porsche, допустим, или же на Ford, она у нас увеличивает репутацию. Установить деталь, подтвердить. Все, у нас теперь серое. Отлично, установил 42 тысячи репутации. Так, окей, может быть что-то мы еще скрафтим. Давайте-ка глянем.
а резину мы скрафтим зеленую. Вот так вот, ребята. То, поэтому я и говорил, что не нужно расстраиваться, если вам падает серая, потому что мы из этого делаем зеленые детали, а из зеленых деталей мы уже сделаем, ребята, синие детали. Из синих золотые или же красные, я уже не помню. А, так, этого нам недостаточно, этого недостаточно, вот этого нам достаточно. Синяя деталь, все, так. А, синего недостаточно, недостаточно, недостаточно. Все, детали топ-класса, ребят. Здесь у нас, конечно, вот есть возможность разгуляться. Здесь поболее выбора. А, так, вот мы делаем все, крафтим. У нас очень много деталей, однако, нам выпало, которые можно крафтить. Так, четко. Еще раз мы, опять-таки, собираем турбинку. Слияние, отлично, все. Так, теперь получается у нас есть этого нам не залезет, это нам не залезет, здесь у нас тоже не залезет, это нам тоже не залезет уже. Так, и вот это нам, кстати говоря, залезет, и мы сделаем синюю деталь. Все, отлично. Так, из синей детали нам ничего не залезет, здесь нам тоже ничего не залезет, здесь ничего не залезет, и здесь нам залезет вот, кстати, деталь уже фиолетового класса. Так, ну, в принципе, очень много мы накрафтили сегодня, ребята, скажу я вам честно. И, в принципе, вроде все. Так, смотрим, что нам можно установить. Установить, к сожалению, ничего нельзя. Репутация 42480, это значит, что мы можем поставить, возможно, таки сейчас багажник, наверное. Да, мы можем поставить багажник, ребята, чуть-чуть качнем нашу машину, добавить корзину. Мы можем поставить, по идее, спойлер чуть-чуть не хватает, не можем мы поставить спойлер. Тут у нас так все установлено, диски, в принципе, неинтересно. Купить все. Купить. Все, ребята, прокачали мы по репутации машины, установили новые детали, открыли кейсы, выбили реально классные кары. Ну и, соответственно, ребята, много тюнинг деталей. В общем-то, ребят, приходите играть вместе с нами. Ссылочка на проектик у нас есть в описании. Опять-таки напомню, не забывайте подписываться на канал и вводите мой промокодик, потому что первые 20 человек получают донат-валюту в размере 3000. Все, с вами был Диманка, всем хорошего настроения, удачки и пока-пока.